В 22-й конференции приняли участие депутаты Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков и Олег Рожнов. Секретарь местного отделения глава Одинцовского района Андрей Иванов начал форум с подведения итогов о прошедших партийных проектах за 2018 год. Он отметил, что единороссы успешно провели более 300 различных мероприятий. Все мероприятия, которые проводило партийное отделение, освещались в средствах массовой информации, в социальных сетях и, безусловно, на партийных ресурсах. Уважаемые коллеги, уважаемые однопартийцы, мы с вами прошли уже немалый путь, приобрели важный опыт организационной работы, политической борьбы. Андрей Иванов добавил, что больше всего мероприятий было организовано в рамках проекта «Городская среда». За ним следует новая школа, единая страна, доступная среда и здоровое будущее. Всего местное отделение партии «Единая Россия» реализует 13 партийных проектов. Это самое большое количество среди местных отделений Московской области. Как отмечено на конференции, важные успехи были достигнуты в росте численности партии. Более чем на 13,5% увеличилось количество сторонников «Единой России». На сегодняшний день их в районе 2686 человек. Одной из стратегически важных задач на ближайшую перспективу секретарь местного отделения назвал увеличение числа первичных отделений в соответствии с количеством избирательных участков, которых в муниципалитете насчитывается 213. Необходимо увеличить количественный состав многократно за счет, прежде всего, активных граждан, которые проживают и зарегистрированы на данной территории, пользующихся авторитетом и оказывающих влияние на других сторонников и на других людей, проживающих в этой местности. Дипломами областного значения были награждены наиболее активные члены партии. Решением 22-й партийной конференции была произведена ротация состава политического совета местного отделения «Единой России». Совет покинули Федор Харитонов, Антон Полищук и Сергей Вялков. На смену им пришли Олег Арустамян, Алексей Солдатенко и Алексей Проскурин. Также участники съезда определили состав делегации Одинцовского района, которая будет представлять муниципалитет на 23-й конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», которая пройдет 8 ноября. В делегации 5 человек – Владимир Горяев, Александр Гусев, Михаил Зимовец, Вячеслав Киреев и Мария Мотылева.